Строительство жилья – достаточно сложный и финансово-затратный процесс, но возможности сэкономить, воспользовавшись налоговыми льготами, которые закреплены законодательно при покупке или строительстве недвижимости, есть. Это имущественные вычеты по подоходному налогу, которые предоставляются гражданам Беларуси. Право на имущественные налоговые вычеты имеют плательщики и члены их семьи, состоявшие на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Подоходный налог могут пролегатировать по расходам, связанным с приобретением или строительством жилья на территории Республики Беларусь, на покупку, а также на погашение кредитов и процентов по ним. Необходимо помнить, что имущественный налоговый вычет можно воспользоваться только в отношении одного дома или одной квартиры, а также имущественный налоговый вычет не предоставляется на оплату расходов по строительству или приобретению жилья за счет субсидий, финансовой помощи государства и на приватизационные чеки жилья. И не распространяется имущественный налоговый вычет на сумму процентов, уплаченных за несвоевременный возврат кредитов и займов. Простыми словами, имущественный вычет – это предоставленная работнику возможность сэкономить на подоходном налоге. Имущественный вычет может уменьшить, а то и полностью избавить работника от необходимости уплачивать подоходный налог в зависимости от суммы понесенных расходов. Имущественный вычет предоставляется работнику любым нанимателем, выплачивающим ему доходы. При приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в общую долевую собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между участниками общей долевой собственности пропорционально их доле. При приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между участниками общей совместной собственности в соответствии с их с письменным заявлением. Получение имущественного налогового вычета – это право работника, и воспользоваться этим правом можно не только с момента покупки или строительства жилья, но и позже. Если вы не знали о возможности получения вычета или потеряли время на сбор подтверждающих документов, это не значит, что право утеряно. Следует обратиться в контролирующие органы, и вам помогут решить вопрос.